Мы должны работать как машина. Рассматривая все матчи, я думаю, вы это заметили. Самое сильное впечатление производят те команды, которые играют с очень отлаженной поставленной игрой. Против таких команд попадают любые виртуозы, кудесники, команды, от которых что они творят, попадают в организованную команду и просто перемалывают. Жернова машин под названием Румыния, Чехия. Итак, друзья, громкие аплодисменты! Ну что ж, а сейчас мы все вместе направляемся поддержать нашу страну! В Советском Союзе и в России. Поэтому мы вас будем поддерживать. Да, будем поддерживать. Обязательно вы!
Нет.